Ну вот, наконец-то мой аттракцион виртуальной реальности готов. Все завершено. Отдельное спасибо хотелось бы сказать производителям программы. Ducky Manager. Очень удобная программа, которая позволяет все это дело автоматизировать. Начиная с такого привлекательного внешнего вида, как демки, отображаемые одновременно на экран. Очень удобная программа в плане того, что можно настроить дизайн программы под стиль изготовления стенда. У меня это в данном случае это синий и белый цвета. Белый фон я выбрал и синий цвет рамочки. Все это смотрится очень красиво одним комплектом. Вот. Также у программы еще куча хороших дополнений. Есть несколько рабочих столов. То есть можно вот наводим вверх мышку, перелистываем. Здесь у нас уже идут другие демки. Если клиента нет, а нам надо, чтобы он был привлечен, запускаем рекламный ролик. В комплекте, кстати говоря, идет. Ну, этого в комплекте нет, этот я скачал с YouTube и доработал. Ну, я думаю, проблемы не будет. Наличие одного ролика, ну, я решил, пусть будет два. Подушка. Подушку я заказал у швеи. Так смотрится гораздо лучше, просто когда я убираю ее. Но вид сразу не такой. А она делает именно, подчеркивает такую, ну, как драгоценности, которые преподносят на подушечках. То есть это очень красиво. Слава богу, я сам сувенирщик, рекламщик. Вся подобная продукция в виде вот этого коврика, в виде рекламы. Это все я сделал сам. Электропроводка, чертеж витрины заказал в мебели. Все вот эти вот рекламки в плане... Это объяснение работы виртуальной реальности, это мои, собственно говоря, данные, ценник. Вот. Еще чтоб продумал движение шлейфа. Ну, то есть тот шнур, который подключается к Oculus, он двигается. Человек может в радиусе действия камеры двигаться влево и вправо без всяких, ну, не дай бог, там нарушений подключаемых вещей.